Fate Stay Night, 29 эпизод. Я не могу просто смотреть. Возможно, из-за отсутствия под ногами твердой опоры, Сейбор уже не может как ранее доминировать над Райдер. Сражения медленно перемещаются все выше и выше крыши. Широкий, да, он особенный мальчик. Если Райдер стремится к крыше, то существует вероятность встретить там Синджи. У нас есть два способа победить Райдер. Уничтожить ее до того, как у нее будет возможность применить свой небесный фантазм, или же убить Синджи. Поскольку Сейбор уже вступила в битву, мне остается лишь одно. Разбить лицо Синджи. Интерлюдия. О, сейчас будет типа бой, да? Как обычно, у меня маленький экран, у вас получше. Пойду к вам. Ну, правда, здесь так. Почти в движении, хоть и статично. Две тени рвутся наверх. Вверх. Земля уже исчезла из виду, и лязг от столкновения оружия слышится все выше и выше. Этим двоим не нужна опора. Они взлетают ввысь, отталкиваясь от стены небоскреба. И за это время в невероятном полете они скрещивают свои клинки бесчисленное количество раз. Стороннему наблюдателю это напомнило бы игру в пинбол. Но вместе с тем он не мог бы расследить их невооруженным глазом. Видны лишь траектории движений. Следы смертельного воздушного цирка, невидимого для обычных существ. Но не этого цирка желала Сейбор. Даже будучи слугой, она не способна летать по небу. В ее силах лишь продолжать бег по стене. Это мало чем отличается от свободного падения. Разница состоит лишь в том, что она взмывает вверх до того, как теряет свою скорость. Таким образом, выражение «упасть в небо» обретает новый смысл. Предфорум. Сейбор начала эту битву, а значит, должна довести ее до самого конца, до крыши. Кстати, я забыл... Да... Ладно, перезапускать уже не буду, просто... Но если за это время она пропустит хотя бы несколько ударов, то просто камнем упадет вниз. Вместе с тем, эти правила не применимы к ее противнику. Фиолетовая дуга атакует летящую крышу Сейбор. С двух сторон и сверху оставляя следы со всех направлений, Крайдер мало применима закону гравитации. Ее длинные волосы развиваются как хвост кометы, а фигура напоминает обвившуюся вокруг дерева змею. Змея. Ноги Сейбор касаются стены. Пригнувшись к ней телом, она отталкивается от здания в направлении к следующей точке опоры. Внезапно ее строго вертикальный путь меняется на перпендикулярный. Атака противника уходит в пустоту. Райдер не может тягаться с Сейбор по силе и скорости удара. В одно мгновение Сейбор отпрыгивает в сторону, приземляется рядом и вновь устремляется вверх. Вверх крыши. Если Райдер может можно сравнить со змеей, обвившейся вокруг здания, то Сейбор подобно взрыву фейерверка. Но, возможно, для Райдер это не было неожиданностью. Дистанция между ними так и не изменилась. Райдер не позволяет Сейбор оторваться от себя, атакуя в тот момент, когда та отталкивается ногами от стены. Своим мечом Сейбор отражает атаку Райдера и прыгает на незанятый участок. Но так не может продолжаться вечно. Есть предел тому, сколько она еще сможет отбивать атаки Райдера, находясь в воздухе. Их возможности, которые до этого были несоизмеримы, уравновешиваются в такой битве. Здесь нет решающих ударов. Точнее, Райдер сама избегает их. Когда Сейбор прыгает в ее сторону, Райдер лишь защищается, не выказывая ни малейшего желания контратаковать. Она снова и снова продолжает гнать Сейбор на крышу. Райдер.
Сейбор кричит своему трусливому оппоненту. Для рыцаря такая битва не более чем насмешка. Количество ударов и их сила – вот что должно определить победителя. На основе этих убеждений она может расценивать поведение Райдер лишь как оскорбление. Отвечает Райдер холодным голосом. Она права. У Сейбер мало опыта в воздушных сражениях. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что для нее это первая битва в подобных условиях. Ведь рыцари бьются на земле. Они не привыкли прыгать по стенам, в отличие от женщины, с которыми имеет дело Сейбер. Да, в принципе, Гаргона тоже не особо привыкла бегать по стенам. Чисто в теории. Райдер взлетает все выше и выше, словно дразня Сейбер. Она умышленно создает эту ситуацию. Сейбер и сама все понимает. По завершении этого смертельного цирка, Райдер окажется в идеальных условиях. Ведь она не может использовать свою козырную карту, не подготовившись. Райдер, нужно заманить своего противника туда, где им никто не помешает решить исход битвы одним ударом. Продолжая эту гонку, Сейбер оказывается в очень непростой ситуации. Если небесный фантазм Райдер именно то, о чем она думает, защититься от него не представляется возможным. Но назад дороги нет. Она не может оставить Райдера и ее мастера в покое. Не потому, что так гласит правило священной войны. Сейбер должна уничтожить Райдер, чтобы защитить своего мастера. Потому что все зашло слишком далеко. Сейбер сама удивлена. Пусть хоть абы раз, но она подумала, что просто не хочет потерять своего честного мастера. И вот, наконец, двое достигают крыши. Под нескончаемый лязг оружия битва приближается к своей кульминации. Проклинаю все на свете, я бегу по лестнице. Хоть мне и удалось проникнуть в здание через заднюю дверь, доехать на лифте до крыши не получилось. Остаток пути я должен пробежать на своих двоих. Выбиваясь из сил, я бегу по лестнице. Столько времени прошло с тех пор, как Сейбер оставила меня. Думаю, не больше 10 минут, но и это слишком долго. Никто не знает, чем закончится битва. Сейбер не неуязвима. Она тоже может совершить ошибку и оказаться загнанной в угол. Тогда беды не миновать. Поэтому, чтобы этого не случилось, я должен найти Шинджи и заставить его использовать командное заклинание, тогда битвы с Райдер удастся избежать. У него нет командных заклинаний. С каждым шагом мое еще не выздоровевшее тело вздрагивает от боли. Беготня по зданию вверх по ступеням выбила меня из сил. Но несмотря на это, я упрямо гоню себя вперед. Потому что никак не могу отделаться от странного предчувствия. Не знаю откуда оно, но сердце мое сжимается от боли. Не телесный, просто что-то предупреждает меня об опасности. Привет, гоблин. Сейбер не может победить. Не сможет. Там на крыше нечто, с чем мы не должны сталкиваться. Гоня прочь дурные мысли, я продолжаю бежать по лестнице. Сильный ветер. Распахнув двери, я вижу перед собой пейзаж ночного города. Бетонная площадка сплошь покрыта выжженными следами. Словно железная тарелка из-под барбекю, она издает шипение. В ее сердцевине, в центре выжженной крыши, стоящий на коленях силуэт. Сейба! Сиро, доста кукуни! С каждым вздохом плечи Сейбер вздымаются. Я пытаюсь подбежать к ней, но в этот момент замечаю что-то странное, парящее в небе. Нет, невообразимое количество магической энергии заставило меня поднять глаза. А, то есть по призыв Пегаса нам не покажут, да? Ага, я гляжу в небо. Звук хлопающих крыльев. Нечто более яркое, чем луна. Ну да. Это и есть легендарное божественное таинство, воспетое в мифах.
Да, теперь, я думаю, точно обновлено. Божественность и минус. Нет, пока еще не открылась. В тот момент, когда Сейбер достигла крыши, она столкнулась с истинной формой своего врага. Опершись на меч, Сейбер поднимает голову. В мгновение белый свет заливает все вокруг. Освободив ветер, заключенный в своем мече, она создает невидимый барьер. Но не в силах противостоять врагу, отлетает назад. То, что могло бы отразить любой удар, не может даже замедлить Пегаса. Отброшенная назад, она катится по полу. Но лежать нет времени. Пегас разворачивается в воздухе и обрушивает на Сейбер новый удар. Если она блокировать не в силах. Остается лишь отпрыгнуть в сторону. Но даже в случае успеха последствия атаки ослабят ее защиту. Если это будет повторяться вновь и вновь, в какой-то момент у нее не получится увернуться. Белый свет пикирует. Пегас скользит сверху вниз, атакуя Сейбера, даже не касаясь крыши, снова уходит в небо. Преследование невозможно. Нет такой стены, которая позволила бы добраться до него. А если бы и была, никто не смог бы поймать Пегаса. На самом деле, Райдер грамотно использует его. Просто, типа, сверху пикирует. Раз удар, два удар. И снова возвращается в небо, в безопасную зону. Типа, враг ее не способен добраться, по крайней мере, как она думает. Типа нет атак дальнего боя. Находясь в невыгодной позиции, Сейбер ждет шанса для контратаки. Пегас живое существо, значит его можно убить. Сейбер нужно лишь подождать, когда Райдер допустит ошибку и дернет поводья не в ту сторону. Это ее единственный шанс. Удивился. Ну, прочнее, типа выносливее. Доносится сверху. Сейбер поднимает голову, держа свой меч наготове. Райдер абсолютно спокойна. В ее голосе даже чувствуются нотки радости. Фантастические расы. Из самого названия следует, что эти создания существуют только в мифах. Сверхсущества наподобие эльфов или великанов. Адские создания вроде демонов или драконов. Само существование божественного таинства говорит о том, что оно превосходит любую магию. Драконы не адские создания. Опять же, да, там. С той же Великобритании, да, брать. И закон гласит, что одно божественное таинство может быть уничтожено другим более сильным. Магия накапливает силу в знаниях. Фантастические расы в своем жизненном цикле. Постигать секреты магии человек может лишь в течение последних 500 лет. 500. Для тех же, кто ведет свою историю с древнейших времен, подобные божественные таинства возрастом в 500 лет – ничто. Долгие века человеческой фантастические расы жили бок о бок. Чем старше была фантастическая раса, тем больше она отделялась от этого мира. В наши дни нельзя встретить фантастических рас старше нескольких столетий. Поэтому Сейбер и считала, что существо, которым управляет Райдер, не может быть очень древним. Сейбер
私はあなたたちとは違う。むしろあなたたちの敵だったものに過ぎない。故に私が操るのはあなたたちが駆逐してきたかわいそうな子たちだけよ。なるほど、歪んでいるとは思いましたが、英霊ではなく悪鬼の類でしたか、あなたは。せいぜい呪いなさい。あなたでは私の子に触れることさえできないのだから。Пегас расправляет крылья. Гигантская стрела, которая ударит без промедления, если увидит брешь. Глядя на него, Сейбер рассуждает про себя. Раса пегасов не является сильной фантастической расой. Обычно его представители едва ли дотягивают до класса божественных созданий. Если так, то его можно уничтожить с помощью ее незримого воздуха. Но все не так просто. Поскольку этот пегас существовал еще во времена богов, то его следует относить к классу фантастических созданий. И пегас по своему уровню близок к расе драконов, которых считают сильнейшие из фантастических рас. Нет, его навыки обороны не уступают навыкам драконов. Этот пегас наделен божественной опекой, превосходящей даже защиту Сейбера, обладающей сильнейшей магической сопротивляемостью. Излучая невообразимое количество магической энергии, он обрушивается вниз, словно огромная крепостная стена. Крепость. Специально слово такое использовал наверняка. Невозможно как-либо отразить или увернуться от такого удара. Но удивляет не это. Пегас всего лишь объект, призванный Райдер, у него даже нет имени. Для Райдера он не более чем кинжал в руке. Другими словами, эта черная кавалерия еще не является ее небесным фантазмом. Поводья. Это я помню. Но даже в такой ситуации Сейбер не думает о поражении. Скорее наоборот, он считает, что шанс появится тогда, когда Райдер решит использовать свой небесный фантазм. Каким бы он ни был, если его силы хватит лишь на то, чтобы разрушить здание, то все в порядке. Сейбер просто нужно уйти в глухую оборону, дождаться нужного момента и атаковать беззащитную Райдер. Да, именно так. Пока ее мастер не появился здесь. Ха, проклятый Шира. А, кстати, а что, вот в той версии, когда Шира здесь не было, Райдер реально атаковала в тупую Сейбер, и Сейбер ее поймала, типа, и вынесла все равно таким образом. Хоть и, типа, пожертвовала большим количеством, типа, там, ну, условно, запаса маны и здоровья, да. Типа, она без Экскалибура справилась? Я гляжу в небо. Звук хлопающих крыльев. Нечто более яркое, чем луна. Так, блин, повторяешься. Сущность небесного фантазма Райдер. Поэтому тут такой погром, а Сейбер стоит на коленях. Райдер правит своим летучим конем, как и предполагалось из ее классовой принадлежности. Внезапно я отвлекаюсь от Райдер. Внимание привлек странный звук. Мне трудно сказать, насколько сильна Райдер на своем Пегасе. Одно знаю точно, на создание этого белого зверя ушла бы энергия нескольких сот магов. Естественно, крыша выгорела дотла. Просто пробежавшись по ней, эта штука уничтожила все вокруг. Если же оно обрушится с небес, даже Сейбер не сможет ее остановить. Время работает против нас. Райдер уже активировала свой небесный фантазм. Привет, Кухулин. А, понятно, ну ладно. Была просто развилка еще на прошлой записи, когда можно умереть, если ты не побежишь за Сейбер. И он просто все равно потом добегает сюда, видит, что Сейбер осталась одна, наверное, победила, она потратила всю ману. И тут, оказывается, Сейбер говорит, что у нее есть типа варианты справиться. То есть без Экскалибура. Значит, остается последнее средство победить Шинджи и уничтожить Райдер.
Я слышу смех. Шинджи, должно быть, он прячется где-то поблизости. Митага Эмия! Корега Бокто Омайно Чикарано Сада! Его голос эхом разносится по округе. Подавляя свое нетерпение, я слушаю его смех. Черт, ну и ветер. Я не могу сказать, откуда доносится его голос. Спокойно. Пусть орёт, сука, влезет. Если он продолжит это делать, я смогу раскрыть его местонахождение. Это плохо. Голова Пегаса, парящего в небесах, нацеливается на Сейбер. Магическая энергия закручивается в гигантском вихре. Если эта штука ринется вниз на полной скорости, крыша будет сметена до основания. Нани, ансинширо, Эмия. Омай ни джама сарета кедо са. Гаккоу но бака домо мо сугу ни ато овасете яру ё. Омай га сабиши иттен нара, ксо уттоуши и сакура мо цуки явасете яроу жанай ка. Синджи, омай. Яре най да! Мазу ва соно онна да! Ато ката мо нокосу на ё. Пульсирующая белая звезда срывается с места. Я игнорирую ее и бегу к Сейбер. И в этот момент, возникший из ниоткуда сильный ветер бьет мне в лицо. Первый раз за время боя она забыла о своем враге. Злясь на своего мастера за то, что он пришел в такое опасное место. И злясь на саму себя, что не просчитал такой вариант событий. Но все эти мысли уходят на второй план. О чем еще она может думать? О том, что даже в такой ситуации опасный этот поступок был продиктован его заботой о Сейбер. Если подумать, он ведь всегда был таким. Даже зная, что она была превосходным рыцарем, он никогда не относился к ней как к рыцарю. Мягкий смех. Райдер кладет руки на шею Пегаса, и его крылья начинают хлопать чаще.私の宝具は強力ゆえ地上で使うには適していない使えばどうしても人目につくまだ他にマスターがいる以上おいそれと使うわけにはいかなかったけれどここならのぞき見される恐れはないあなたを誘い出したのはここでなら都合がいいからと分かりました。В руках Райдера что-то появляется. Это обычные небольшие поводья, переливающиеся золотом. それが貴様の宝具か、ライダー。え、私の趣味ではありませんが、この子は優しすぎて戦いには向いていない。だからこんなものでも使わないとその気になってくれないのよ。Пегас опускает шею. Им движет не его собственный гнев, а гнев Райдер. Киенасай, Сейба. Татое аната га икинобио то. Аната но мастер ва ваташи кара ва нигераренай. Мастер сай шинеба. Ганчжоу на аната мо соре маде дешо. В этом нет сомнений. Небесный фантазм Райдер полностью уничтожит крышу. Если Сейбер поторопится, то сможет схватить Шир и попытаться уйти, однако фантазм Райдер не ограничится лишь разрушением крыши. Ее мастер не настолько силен, чтобы выжить в обрушивающемся задании. Поэтому, чтобы защитить своего мастера, она должна уничтожить врага вместе с Пегасом. Нет времени сомневаться в очевидном. Сейбер последний раз бросает взгляд на своего мастера. Стиснув зубы, она еще пытается выполнять свою роль. Казео. Это отбрасывает ее сомнения. Сейбер не думает о том, что может случиться в будущем. Сейчас она всего лишь меч своего мастера и существует только для того, чтобы уничтожить врага. Яре, Райда!
まずはその女だ。跡形も残すなよ。Крик переполненный злобой. Словно услышав его, Пегас умывает еще выше. В одно мгновение он исчезает из виду. Силуэт Пегаса уже нельзя различить. Воспарив к небесам, словно собираясь пронзить луну, он описывает дугу и устремляется обратно к земле. Сияющая комета несется вниз. Даже превратившись в стрелу света, Райдер продолжает подгонять своего коня. Цель одна. Она уничтожит своего врага вместе с его защитной оболочкой. Перуре. И вот его имя названо. Небесный фантазм есть чудо, активируемое при произнесении его имени. А если этим чудом является катастрофа, которая не должна произойти в этом мире... Воистину, это сияние богов. Вспышка молнии. Она смотрит на нее безучастными глазами. Ветер выпущен. Закрутившись вокруг ее тела, он перерастает в ревущую бурю. Печать сломана. Высвободив множество потоков ветра, ее меч начал обретать форму. Прямо передо мной возникает буря. Белый свет несется вниз. Даша понимает, что является его целью, Сейбер не двигается. Дикий ветер, ревя как цунами, дует от нее в разные стороны. Но нет, не от Сейбер, от меча, который она сжимает. Оу, щит! Глазам не верю. Теперь я могу видеть меч, который должен быть невидимым. Медленно, словно стягивая себя невидимые бинты, он начинает обретать форму. О боже мой, что же это? Дикий ветер. Сломав множество печатей, он словно из ящиков вихрем вырывается наружу. И растворяется в воздухе. Сжав в руках свой сияющий меч, Сейбер смотрит на приближающегося Пегаса. Подобно волне света, Райдер летит вниз. Беллерофонт уже вырос достаточно, чтобы поглотить всю крышу. А с такой скоростью он уничтожит не только нас, но и само здание. Небесный фантазм Райдер своим светом озаряет крышу. Время остановилось. В ожидании неизбежного разрушения я утратил способность мыслить. Но... ни Пегас, ни Райдер, ни ее небесный фантазм тут ни при чем. Свет собирается в одну точку. Даже свет Райдера по своей чистоте не идет ни в какое сравнение с этим. В ее руках сосредоточение света всей планеты. Сильнейший из святых мечей. Экосе! Давай! Экосе! Калиба! Какой поворот! Никто этого не ожидал. Луч света прорезает небеса. Клинок света, распыляющий все на своем пути. Он испепелил Райдера одним ударом, прошел сквозь облака и затем, моргнув, исчез. Да, офигеть! Это реально король Артур оказался. Holy shit, король Артур женщина. Я думаю, случилось это на земле, оставленные им гигантские разрушения никогда бы не исчезли. Ее меч не был невидимым, он просто не давал другим себя увидеть. Золотой меч — один вид, которого завораживает, и его имя слишком известное. Экскалибур.
Родом из Англии, меч короля рыцарей известный как символ рыцарства. Сильнейший небесный фантазм слуги, сокрытый за бесчисленным количеством барьеров. Ну да, ведь еще в оригинале там печати были, которые реально надо было снимать, чтобы юзать Экскалибур. Правда, там Экскалибур покруче у прото-Артура. Это героический символ Сейбор. Крыша погружается в тишину. Ветер утих, ничто не колышется, не шелохнется. Не смей подойти к Сейбор, я как вкопанный стою на одном месте. Из-за смущения или же мое сердце все еще находится во власти этого меча. Странно, почему я не могу выбросить из головы такие незначительные вещи? Хераси, ты увидел Экскалибур, и ты называешь это незначительной вещью? Откуда он у нее? Этот золотой меч, собственно, всем известного короля рыцарей. Пробуя ответить на вопрос, как она заполучила этот меч, окажется, пытаюсь избежать самого очевидного ответа. Не нужно никаких сложных гипотез, меч всегда принадлежал ей. Поэтому ее настоящее имя легко вычислить. Я не знаю, что за ошибка закралась в историю, но если этот меч действительно принадлежит Сейбор, то она является никем иным, как... Король Артур! Сейбор не двигается, она застыла в той же позе, в которой нанесла удар. Я хочу подбежать к ней, но мои ноги не слушаются. До сих пор я лишь на словах понимал, что Сейбор дух героя. Возможно, я осознал, что она была героем прошлого, чем-то не похожим на меня, и не решался подойти к ней. А, Шинджи. Я слышу крик. Позади меня что-то горит. Я поворачиваюсь к этому направлению, вижу горящую книгу и... нет, Кухулин. Такая херня только у прота Артура. Синджи. Должно быть, он понял, что Райдер уничтожен и что теперь ему придется не сладко. Синджи поворачивается ко мне спиной и бежит по направлению к выходу. Добежав, он прыгает в дверь, ведущую к лестнице. Я не могу позволить ему уйти. Но бросившись за ним вслед, краем глаза, я вижу, как Сейбор падает. Я застыл в нерешительности. Да срать уже на Шинджи, серьезно. Уж этого мастера точно можно оставить в живых. Типа, он точно не принесет вреда. Шинджи убегает, а Сейбор лежит на полу. Я должен... Фига себе, неожиданный выбор. Вау. Не, понятно, что нужно бежать к Сейбору, я думаю, ну, типа, без шансов. А что будет, если к Шинджи побежать? Мы знаем, что Илия здесь. Да-да-да, вот мне тоже интересно, это... Давайте сбегаем за Шинджи, реально интересно, совершенно неожиданный выбор. Шинджи важнее. Если Райдер уничтожен, он должен поймать Шинджи и заставить его аннулировать свой статус мастера. Его широкие прыжки эхом остаются во тьме. Мато Шинджи бежит по темному коридору. あんなデタラメやっていいのかよ。ライダーの宝具は一番強いんだろ。なのにどうして負けるんだよ。セイバーのくせにあんな宝具持ち上がって不公平だ不公平だ不公平だ。 Катясь вниз по лестнице, я ударяюсь об стены почти ползком. Мато Шинджи добирается до нижнего этажа. Его разум не покидает видение света, которое сразил Райдер. В точности, как он и сказал, существование этого небесного фантазма выходит за рамки разумного. Святой меч, который союзники могут посчитать за божественное проявление, врага может показаться порождением ада. Он бежит в темноте. Стоит лишь остановиться, и этот свет настигнет его.
Сожжет дотла, если он обернется. На передышку нет времени. Страх смерти гонит его вперед больше, чем осознание того факта, что он потерял свою слугу или что он больше не мастер. Но таков был приказ Мото Шинши. Не убивать их быстро. Игнорируя свет Райдер, что они могут убить их вместе одним ударом, он выбрал именно Сейба. Очередное падение. Хоть ему уже почти удалось выбраться из этой темноты, в конце он вновь налетел на огромную стену. О, я догадываюсь, что за стена. В гневе он бьет по ней кулаком. В ответ относится странный звук. Мато Шинджи смотрит на то, что, по его мнению, должно было быть стеной, и на его руки изогнутые, как кольцо загадка, и от страха забывает даже закричать. Здорово! Смех наполняет воздух. В напряженной темноте появляется девочка с серебряными волосами. ГГ. Момент истины. Тот миг, когда Мато Шинджи наконец осознал, что перед ним он был уничтожен. Я бегу по темному коридору, несмотря на окружающую темноту, но это уже Широ, я могу преследовать Шинджи, потому что других звуков попросту нет. Шаги Шинджи эхом разносятся по коридору, поэтому мне не сложно бежать за ним. Шаги стихли. Это произошло внезапно. Звук, который я услышал, раздался неподалеку. До лифта еще остается небольшое расстояние. Насколько я помню... Для Шинджи нет смысла останавливаться посреди коридора. Шинджи. Я осторожно приближаюсь и сразу вижу, что произошло. Место, где шаги Шинджи затихли. В коридоре, который был пуст, когда я бежал на крышу, теперь огромная лужа крови. Я в замешательстве. Тело реагирует быстрее, чем я успеваю подумать о том, что же здесь произошло. Меня не должно быть здесь. Сейбер хорошо натренировал мои чувства. Они говорят мне, что если я ценю свою жизнь, то должен немедленно возвращаться на крышу. Ага, с Ильей он не встретится. Сейчас я поздно. Я так чисто гляну. Ну, я думаю, все, уже хватит. Не зря, считаю. Я так понимаю, мы здесь не увидим смерти Шинджи. Кухулин, ты говоришь о других вещах. Я говорил о конкретных печах на использование Экскалибура, которые наложили рыцари круглого стола. Про другие ограничения я ни словом не говорил. Я не могу оставить Сейбер одну. Райдер больше нет, а книга, в которой содержались командные заклинания Шинджи, сгорела. Таким образом, он не только потерял слугу, но и лишился своих командных заклинаний. Именно. Я могу считать нашу битву законченной. Сейчас для меня важнее Сейбер. Я бегу к ней. Золотого меча в ее руке больше нет. Он исчез. Перед собой вижу только Сейбер, но... Сейбер совсем не в порядке. Ну да, я был прав, что не стал. На бровях ее выступает пот, и дыхание слабое и избивчивое, как при простуде. Ой, Сейбер! Я робко спрашиваю ее, но она не отвечает. Она без сознания. Сейбер. Я касаюсь ее лба. Я автоматически отдергиваю руку. Какой горящий. Если это простуда, то у нее градусов 40 не меньше. Простуда у героического духа. Вот это было бы неожиданностью. На все мои вопросы слышу в ответ только ее тяжелое дыхание. Я не знаю, что за чертовщина здесь происходит, но уверен в одном. Мы не можем просто оставаться здесь, ничего не предпринимая.
文句があるなら後にしてくれ。Я беру сейбер на руки. Легкая. Странно, но сейчас она даже легче, чем раньше. Но что более важно, она... Она все та же сейбер. Я злюсь на себя за свою нерешительность. Проклятие. Она герой, ну и что с того? Неважно, кем она является, сейчас она здесь. Передо мной ей плохо. Каким же я был идиотом, мысленно отгородившись от нее, даже несмотря на это. Я бегу, сжимая сейбер в своих руках. У меня нет ощущения победы. Все, что я чувствую, это тяжелое дыхание сейбер в своих объятиях. Так, надо почитать. Баг какой-то. А, нет, не баг, просто длительное описание. Повышает все характеристики, ага. 100 уровней защиты. Не очень понятно, что значит 100 уровней защиты, но допустим. Звучит круто. Да, мы так и не узнаем, кто такая Райдер здесь. И в УБВ мы тоже не узнаем этого. Все еще без имен, да. Хотя могли бы уже написать, в принципе. А, и Небесный Фантазм все еще не подняли почему-то. А, пока. А, все, я вижу. Наверное, у Райдер тоже здесь. Да, да, вот оно. Вот где переключение. Нашел. А, плюс, плюс. まあ、鎧を脱がせて楽にさせただけだから、お礼を言われるほどじゃないわ。セイバーの体も良くならないし、私は何もしてないもの。 И все же то, что Тоска оказалась рядом, мне сильно помогло. Когда я не знаю, что делать, в панике прибежала домой, она быстро разрядила обстановку, подняв голос. Разобравшись в ситуации, она посоветовала мне снять сейбер доспехи и уложить ее спать. С тех пор прошел час. Каким-то образом Тоска смогла наладить связь с сейбер и удалить ее броню. Сореде? Нанигаттано? Синджио сагашини итте, кайттекита то омоттара сейберга аре дешо? Хитохаран аттано ва вакару кедо, 説明してくれないかしら? Мы победили! Сомневаюсь. Небесный Фонтан Сейбер. Я ведь не должен разглашать ее настоящее имя. Такие решения я не должен принимать лишь на основе своих убеждений. Райдер утаошта. Синджи ва Рейджу ушнатте ритайяшта ё. Тада, соно токи ни Сейбер га хогу о цкатте, соно ато ни таоретанда. Сейбер но хогу не... Тосака погружается в молчание.
Потому что она-то должна понимать, что это было непростое оружие. Ну да, диалог схожий. Правда, в прошлый раз меня Илья убила. Спокойно. Тоска просто озвучивает то, о чем я все это время старался не думать. Все же, скорее всего, тоже экскалибуром просто пахнуло и все. Без выпендрёжа. В предыдущем варианте, когда мы не следуем за ней, состояние типа аналогичное. Мана, блядь. Ай, Фейт. Почему, кстати, здесь Рин не предложила это? Критическая, она сейчас исчезнет. Вау, вот это я понимаю, не критическая. Это же мне говорила и Сейбер. Там, по-моему, Б-ранг всего лишь, не то чтобы... Да, Б-ранг, типа. Ну, нормально для мечника, но ничего особенного. Отличается ситуация. Тогда было прямо она перед выбором ставила жестким там все дела. Нет, видимо, сейчас ситуация чуть получше по какой-то причине. Хотя вроде странно, Шира только отвлекал, чисто в теории. Реально, ситуация прям совсем другая. Нет, прежде всего, я не должен позволять ей драться в таком состоянии. Какие атаки? Типа, просто обычные удары? Или ты о чем? Я не хочу еще раз видеть, как она корчится от боли, лежа на земле. Чем обычная атака Артурии? Ты что сравниваешь? Непонятно, Макс. Слуга добывает магическую энергию. Это значит убивать невинных людей, как Райдер. Все-таки говорит насчет передать.
俺は魔力を提供する方法なんて知らない。あいにく遠坂みたいに何でもできるってわけじゃないんだ。まあね、共有の魔術を教えてあげても間に合わない。シロは魔術師に向いてないから、覚えるのに1年ぐらいかかるだろうし、覚えたところで使えないわ。Ну, вообще-то, у Артурии есть абилка, как она там называется. Энергетический всплеск А. Благодаря этому она способна сражаться с берсеркером Изичо. Именно по силе. Типа, удар на удар встречать. Привет, Дарья. まあ、召喚時にセイバーとパスは通ってるはずだから、まだ他に方法があるかもしれないけど。トスカ размышляет. Лишь мгновение. Она посмотрела на меня взглядом человека, отбросившего эмоции. いい？セイバーを助けたいのなら、彼女自身に人を襲わせて魂を食べさせるしかない。それはあなたにも分かってると思うけど。Самый очевидный способ, но это значит. Мочирон, Сейбар ва иягару дешо. Кедо, хоутте океба, осукаре хаякаре Сейбар ва киете, аната ва хокано мастер кара нераварэру кото ни нару. В смысле, не с таким количеством маны? У него количество маны би, блин. Даже в таком состоянии довольно много. Окей, Дионис. Дианс. Блин. Вряд ли запомню, ну, допустим. В Хевенсфиле Альтер била именно фантазмами небесными. А я говорю про просто всплеск. Это обычная ее атака. Сейбер исчезнет? Я даже представить себе, себе такое не могу. Тепло ее тела до сих пор согревает мои руки. Нара, котай ва хитоц ё. Рейджи о цкай на сай, Эмия-кун. Соледе, сайяк но джитай ва сакерареру. Так ведь Рейджи можно просто, он может хранить в себе гигантское количество маны. В лейте это просто командное заклинание, чтобы наполнить слугу. У него их сколько? Два еще, да? То есть одно спокойно может потратить, типа. Команду с заклинанием просто переливаю ману. Все. Это значит приказать Сейбер убивать невинных людей. Мне нечего сказать. То, что говорит Тоска, ужасно, но другая часть меня говорит, что это единственное возможное решение. それでも限界は近いでしょうね。だ、в смысле много。Из-за огромной энерговместимости. Эти атаки мало жрут очень. Это типа очень мало-мало. Мана-маны. Тьфу, блин, мало маны. Прям супер мало. Даже по сравнению с ее вот этим фантазмом. Барьером короля. Фитриным. Вот он жрет больше намного маны. Типа всплеск это просто, по сути, это и есть ее обычные удары. Тоска покидает гостиную. Нет сил даже поднять голову. Все, что мне остается, слушать ее удаляющиеся шаги. Ну и здесь, наверное, закончим эту запись. Да. Что ж, вот и так провели мы бой с Райдер.
увидели Экскалибар первый раз и узнали, что это Артур. Правда, еще она не подтвердила, что она король Артур. Вот. Ну и да, и состояние у нее получше, чем было в прошлый раз. Тоже важный момент. Конец записи.